13 Films, Red Box Entertainment. Ты же знаешь, все будет просто идеально для твоего сюрприза. На рабочем совещании все только и говорили о провале Лейлы. И все из-за домашнего декора. У нас получится все. О, у простите, нас... а вы кто? Получится все. Вы Лейла Бруно, доктор Джордж. Известный доктор Джордж. Зачем вы пришли? Меня Хелен пригласила. Пошла вон. Тише, дама червей. У меня сейчас очень сложные отношения. А еще есть пара поклонников. В чем твоя проблема? В тебе, ты же псих. Кто там? Это Молли Кошмар. Это Кошмар. Ладно, поедим. Вы такая милая пара. Нам это говорили. Эдди! Привет. Боже, какие они смешные. Но тот случай их сильно изменил. Тот случай? Они тогда подписали бумагу о неразглашении. Что там с Хелен? Хелен мертва! Что? Нет! Когда я ушел, она была жива! Ты сказал, что не видел ее! Я видела там мужчину! Подожди, что случилось? Я не открою дверь! Там вроде чокнутый дровосек! Вы слышали? Дровосек. Это серьезно. О, вам лучше уйти. Мы вас не приглашали на званый ужин. Меня пригласила моя девушка Хелен. Кто? Приведите ко мне мою девушку. Где она? Какой кошмар. Кто ее убил? Кто? Я ни одному из вас не доверяю. Молли вообще-то нашла ее тело в шкафу. Ты что, серьезно считаешь, что я убийца? А ты? Я? Я? Мы будем драться. Если хочешь выжить, подружись с этим великаном. Подозреваетесь вы все. Наконец мы услышим правду. Посмотрите, здесь кровь! Каждый в этой комнате, я уверен, так или иначе, причастен к тому, что Хелен сейчас мертва. Ты мне не помешаешь. Что случилось с Хелен?